За прошедшие 10 месяцев 2023 года на территории Мордовии задержали более 10 тысяч водителей за нанесение тонировки не по ГОСТу. Самое распространенное нарушение – низкая светопропускаемость стекол. Сегодня 24.11.2023 года на улице Волгоградской напротив дома 88 была установлена автомашина BMW X5, на боковые стекла которой было установлено дополнительное покрытие, в связи с чем был составлен административный материал по статье 12.5, часть 3, прим. 1. Данную техническую неисправность водитель устранил на месте. Напомним, что законом разрешена такая тонировка, при которой лобовое стекло пропускает не менее 75%, а переднее боковое стекло не менее 70% от общего светового потока. Это не придирка или каприз. Чрезмерно тонированные стекла ухудшают обзор, повышая риск ДТП. Кристина Стомина, Народные новости.